так, кому-то кольцо упало. Тебе попал. Тут ГБ. Никакого ГБ. Мое. Вот страхолет. Вот это повезло. Вот тут просто. Четыре песа в пушке. Фелшер, Ромка, Вудшейпер, раздавака в пушках. ГП за шлем. Микстурка. Винканика мне шлем. Ой, ну зад, нас здесь. Что хочешь, что и делай. Что, долго будете подтверждать готовность? Электрошам. Вот чекаю на корабле. Будет готов. Хорош тут. Шлем ушел в микстурке. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Горкрон. Слетаем! Здорово, пишет. Иди трэш попинай, плиз. Что такое раздавай? Иди нахуй. Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Паркету делать нечего! Ты скоро пойдем! Пехота, сержанты, бой! Как ты смеешь вступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Готовимся. Дыгной. Корабль под обстрелом. Заклинатели сюда. Пусть заткнет эти пушки. Ушейники. Огонь. Обратно. А там не просился никто на корабли на замену? Не видел. Турбо вроде говорил или кто? Турбо не надо, блядь, чем мы слушали?
Прыгай, мистурка, брат. Да, я должен прыгнуть, чёрт. Готовимся. Сомалийский, ты должен сразу улетать, как падает маг. И похуй, что там есть. Кто не уйдет, сам и виноват. Хорош. Трэш. Забивайте, прыгайте, твоя брат. Не вижу вудшейпер. Вот вудшейпер. Кто-то кинул ровно на него. Титаны-то нужны, блядь, типа? Ну, они просто с критом, у меня бы больше на хаску зашли, поэтому... Знаете, на артемике. Авенсон, Фелтер, Панк.
начеку! Лег только что! Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича! Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец! У тебя нет шансов! Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить! Ну, тут я вложу, да. Еще 30 секунд. Сказал, вроде бы в луже КД 5 минут. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно время короля Лича? Гера. Завис. Кто завис? А, ну-ка, ничего, уже развис. Бомжей, Микстурка. Ты чё? Играем по. Топом босс. Бомжей ему ха. 11591 цедом. Нихуя в западе сюда. Воли нет. Заповедь. Не, воля. Помним тебя, как подобает. В Награнде, рядом с матерью и предками.
Ну, вот шейх забирает. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Мастер, можно отойти пару минут чай налить? Иди. Ну, вагрово, интересно. Чё, я 11 дал, только говоришь? 14300, миксторка. Ты 14300. Говорит 11. Почему фал? Чуан, да. Саны не учили давать, я вас понял. Пять не учили. Или дали. Нихуя себе дали. Выдал стан. Выда нету. Че ты меня обманывал, что я 11к дал? Я не тебе говорил, я говорил Роби. Смотри мне. Казум, ты в демоне был? Да. Казум правильно делает. После Мальбика. Ты качал недавно ювелирку с аукциона? Нет. Габа. Ну сколько примерно стоит, интересно, попросту. Пять к. Кто штаны строил с магика? Ой, кто штаны кольчужные забрал? Признаемся сейчас лучше. А если нет, то получите 500 с хуем ГП за штаниш.
Ювелирка сейчас самая слабая профа, лучше ее не брать. Кто забрал штаны кольчужные? Раздавака, понял. Это можете ролить. Так, водинку. Диспелим. Да, зеленку можешь что хочешь делать, зеленку. Хочешь пыли, хочешь нит, нажимай. На кого первого? Гниль. Турбо, тебе на кого надо? Гниломорд. На кого? Гниломорд. Левая сторона чумки. А с какой стороны смотреть? Со стороны входа в квартал. Понял. Стой, скажи. Профу. Готовьтесь, ловушка. Зачем ты снял ловушку? Кто тебя просил? То люди это души фармлят. Души с них не фармят. Ну а тогда молодец. Кто водинку забрал? У меня дам потом. Микстурки отдашь? Угу. Собирайтесь, девки, в кучу. Ты мистурка Шаун.
Дайте сумон. Престой. Вышел из игры сейчас. Мне правую сторону, если что не надо. Мальвийский на боссе. Волмен. Волмен на трекше. С Ависом и XP. Сколько у нас RDDF? 3, 4, 5, 6, 7. 7 DDF-ник. RDDF. Или 8. Давай я в РДД постою, если надо. У нас два протопала будет в РДД-зоне еще стоять, я так что все нормально. Ну, только ты с рейда, ты же замена был, не? Ты говорил, что ты будешь офис. Ну, на другого, или на этого босса, не на такого. Ему надо на гниль. На гниль? Так почему гнила? Ему туплый вроде. Туплый нужен. Он же говорил, что ему гниль нужен, блядь. Чем туплый, с кого? С кого падает кольцо? Ой, кольцо шея. Гниломорда, блядь. Вот. Покрытый желчью медальон. А, все, я понял. Блин, я хотел клатч-то. Ну ладно. Давай я офнусь. Кито. Ромка. Все. Давай. Короче, нет. Авенсом, лети в Долоран. После этого босса зайти. Поставь ему портал маги. Так как в РДД я тоже буду на трэш? Ты на боссе. Сомалийский и Волман на слизне. А-а-а, все, я понял. Я в танке на боссе. А, стоп, зачем ты там на туре? Давай ВДК. Ты что-то затыкал, блин. Когда сомалийский на босс? РДДшников хватает? 5, 6, 7. Почему ты их считаю только 7 штук? Один танк, еще 8. Давай 7. Еще... Восьмой танк, и давайте китами будет в РДД зоне. На Ардруе легче всего. Ну, давай, поставь меня куда-нибудь. Стой подальше от всех. Если видишь, что за эти лужи льется, убегай с этой лужи. Пан. Фаски нет. Гера. Большой. Блин. Я тебя на следующего босса обратно беру.
не блюйте друг на друга. Начальнику смотрим. РДД, это не умер, я выйду. Китами Берн не начал. У нас один вылетел. Он там лужи, я пока не достаю. Как рога в рот. Заебись ему, и чё? Так, его рестлер. Шансунг. Да-да, я заслакал, сори. Отведи чуть-чуть. Отведи микстур. Во. Там сомалийский там. Готовьтесь убегать. Убежали. Сомалийский прожимку, микстурка прожимку. Да я не в танке. Блять, у меня привычка. Казуми, ну их я вроде танки. Должен прожимку на. Ты не получишь шмотки, даже если кто-то лутанет. Тем более перчатки не тебе одному нужны, и у тебя ПР 0. Так, убейте мелкого. Куда все побежали? Вернулись обратно, убили мелкого. Ну, а в Шеперде кто там собирает осколки? Говорил, что проклятия на нем нету осколков. Вы, блядь, не сравниваете обычно с героиком. По-моему, тот же хуй, только в профиль. Ты дурак, бро. Так, Авенсон, Рейд, Лунман, на замену. Ну, раз никому, так никому. Блин, хорошая девочка. Сколько там? Никому. Казуми, бери на демона, хорошая. На демона это хорошее, это говно. Дух, а дух это СПД, СПД это апрейда. Ну да, только ему еще нужно символ запилить, тогда его ДПС, его самого упадет. Он тебе опять. Он потеряет тебе... совсем чуть-чуть, а рейд сильно бустанет. А ты от этого духа нет. Сколько сильно? 20 СПД? Может меньше-то. Меньше, наверное. Кому-то нужна кровь? О, давай мне как раз на квест. А ты сделала квест? Я могу его взять просто. Я его вижу. Можно взять, пока у тебя нет квеста. Сейчас ну, давай это попробуем. Да. Так, сейчас сначала с Шейпера. Ух ты, попал, будешь плохо хилить. Кастрирую. Шкаф поставить можно? Стоит. Сумона никого не. Чё, сумона? Спасибо.
следующее РТ все пойдут мейнами. В том числе и я, и в том числе люди, которые будут проверены. То есть, в первую очередь, с ЛК 25 хэм пойдут те, кто придут на допронос в среду, блядь. Келя, блядь. Понятно? Думаю, понятно. За один раз надо заливать. Не, ну если убьем за один раз, то споров вообще нет. Два процента меткости это сколько в цифрах? Да хуя. Где-то возле 5. 5-6 меткости. Ой, 2%. 50 с чем-то. Тоже дохуя. Гера 2 минуты. Такой мудак спулил, я спрашиваю, думаю, не стоит. Центр Лу, блять, пельмень центр. Че вы нахуй под яйцами босса стоите, блять? Метку вынес. Ладно. Еще я мудак. Уже выходи. Жира, спасибо. У нас кое-что отойти. После детской гнили, то дети Геру и не сбегайте с босса. Да на 8 забирать так. На 9-8, как хочешь. Пусть скажет, когда я не прошу. Кто он? Дали Геру. Под яйцами. Если в мили-зоне просто одну выносит, и все, чтобы ничего не надо. Под яйца. Две споры, сука, в миле. Прохиливаем. Левая нога.
Нихуя все еще упало. Не свой шмот. Я тебя понял, шейпер, нахуй. Эх, сомалийский, убрал бы я тебе эту шмотку, но да ладно, ой, не знаю. Больше никому перчатки? Ну ладно. Ты попал на офстек. Пока нам столько. Электрошаммин спек. А сомалийскому на мейн поиск? Сомалийскому что на мейн? Поиск. Почему вы на профа пошли? Не знаю. Ты же сказал, не 9 боссов. Ну, ты же сказал до конца. Боссов тогда... На мейнов своих. Ты сказал, ты там улетел. Почему ты улетел или как? Не слышу. Не, бы сейчас все устанут, потом самых сложных туда были и 3 сразу. На стак разгадаем. Пропал почему так много? Потому что это ДДшный шмот. Офспека дается за половину ГП. Потому что половина ГП? В смысле, почему так много? И свои перчатки на репика. Это на ДДшку, да. Если был бы там на хива или на танка, тогда за 10%. Это хуёвое правило, да? Это Войд придумал. Нахуй за 10% отдавать хилам танкам, сука, они потом Т5 заберут у ДДшников, пидоры. Уже да. Одумывался, да? Да, Войд долбоёб какой-то, не слушайте его. Подтверждаю. Я не знаю, я по этих правилах бегаю. Мне как-то похуй, я против этих правил. Могу их собрать. Ну так убери эти правила. Только давай уже не сегодня, то получается... Да, давай, друида, я одену. Ну, а я в спек танка, и тогда можешь отменить. Ну, ты 5 никак за 10% не заберешь. Мува про, если ты про это. Это бред. Вообще-то, если я на танка заберу Т5, то за 10%, блядь. На Т5 эта хуйня не распространяется. Если ты, на другие. Когда это правило вводил, Т5 не было, так что нихуя. Ну, как бы все токены были за фул, не считая 10%, никогда не было. Кроме уже, когда мы начали убивать меча, как мы говорили, где он лежит. Ой, где Рома? Мастер, вот поехали. Ну, да заебись, но на шейпере это лутерно. Так забери, блядь. Микстурка. Если чё, потом все говорим, что микстурка кидает на шмот. Я вижу. Спины есть. Уходит не за полтора. За трое ключи.
Форик там выходит, потому что у Форика знает пушка. И она должна быть чекана. Вторая пушка. Дрелокси за вторую ТГП. Тоже надо сделать вторую ТГП. Потому что ВК надо будет тоже походить. Так, где брали больше пара. И те, кто собрал, их тоже получат. Никогда не получите, у нас есть те, кто сделал. Я пошла, но не стала больше. Без рода. Чтобы бегали сферы, забирали лесы. Прям было. А Т4 будут бомжи бегать. Ну да. Мозг сейчас пила, ой, ну да, какая бычья голова. Да не там внизу лежали. А, вот сейчас фанты забрали. Боже по хилам я распределил. Так, ой, назад сюда. Турбо, ты тут, не? Да. А тебе Ланатель нужна, что же, правильно я понимаю? Да, мне 6 не нужно. Но я уж всем хилам поуступал, хочу. Все, 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 вопросов нет. Она все-таки получше, чем я с этого, чем с острова.
Вот это слова я и хочу узнать. Протестить, блядь, это не означает, что он, блядь, будет ее носить постоянно. Если он протестит и выявится, что она лучше, чем Фрост, то тогда он будет ее носить, блядь. Этому и подразумевается слово тест. Мне просто уже все задолбали в ПМ писать про эту шею. В черный лист кидай. Так уже. Спать все равно продолжаю. Они как-то обходят защиту, да? Фломастер. Уже другие. Давай не будем ничего выдумывать, я в танка спекнусь, да и килисета подержу. Сказал нет, значит нет. Гера. Не бегай, тут стаки вас могут ваншотнуть. Если много наберете. И силы далеко от вас будут. Разбежались. Молодца, блин. Еле выжил, блядь. У меня еще сфера улетела на. Авенсон. Короче, Келесета никто не бьет. Чего? На Гросса рвете, он, блядь, не в нем стоит. Пружинка. Ничего, пусть бьют, нормально все. Переключаемся на Келесета, у него агро сколько? 82к. Сейчас что вам два раза ударить, блять, и пизда в игру. Сфера под боссом. Сфера, да, играет по кинетике на. Иначе ваша катушка уйдет нахуй без ничего. Они мне заебали на. Как вы умерли, Сакра, Шейпер? Агучи, на вихре куча милликов бежал. От шевания не слышал. Бля, да я ж лики в нее кидал. Если бы знал, что я фуловую умру, это я бы... пружинка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, босс сосарил нечаянно. И прольется кровь, темная сфера сделала меня чаша полна. Сколько у тебя гранат лисит? Давайте вливайте сердечный. И милик мощными, блять, атаками. Пружинку на килисете, нормально. Пока сферы держишь. А гарга, интересно, на сферу полетит? Может, если направиться. Ну да, на темное ядро. Хорош. Как ее отпустить-то?
Нажимаешь на нее, блять, отпустить. Либо взрывание есть трупа. И говоришь такой. Кш, кш, кш отсюда. Нормально, полдора могли. Скоро. Я походу что еще на Ване половину рейда поменяю. Что вы на ком уже? Принцы. Гайна. А поконкретней? Джайна с принцами вместе у нас пулились. Ага. Кинетика над боссом, блять. Прикинь, убиваем принцам, а у них оргия тут. Келесета играем. Я не видел, чтобы он его ролил. Ты окончил. Написали мне ПМ, чтобы я Авису дал плащ, при том, что он его не ролил. Ты его кидал на ролл? Вопрос. Но он не у не тебя не установлен? Нет, у меня не установлен. Почему? Второй вопрос. Мастер, ты спешишь. Что спешишь? 15 секунд на ролл прошло? Прошло. Я даже кольцо не ролил. Во-первых, я плащ отдам. Во-вторых, блядь, аддоны скачайте, потому что в следующих рейдах вы ни одной шмотки, блядь, не получите без аддона. Ради бога, заткнись этой шмоткой тогда. Причем нет. Заткнись, на. У меня твинк, я отдам. Просто надо быстрее ролить. И предупреждать, что у вас аддона нет.
У тебя даже оповещений не было того, что ты кидаешь его как бы на торги за ЕП. Почему у меня было, у вас не было? Вот в чем вопрос. У всех было, блядь, которые нажали на успех, у вас не было. Оповещений на торги, я не понимаю просто. А, мастер, а у меня вопрос по этому аддону. Можно как-то настроить, чтобы видно было, кто еще ролит? Ну, у меня просто не видно, кто еще кидает ролл. То есть мне выскакивает, что я могу роллить тогда. Насколько все, я знаю, видят только зама. А, все, окей. Нет, я тоже вижу. Там, короче, нажимать, ну, показывает целый список. Кто роли, кто не роли, кто еще думает. Main spec, off spec. О, а как это можно настроить? Я ничего не настраивал. Мне так сразу... Странно. Когда нажимаю скинуть добычу, тогда ничего не... Ну или пас. Не, когда пасую, тоже вижу все. Ой. На, кого не предупредил, по одному токену нарыло за рейд. Чтоб потом еще таких-то вопросов не было. Так, ну чё, я тогда турбо уступаю, пусть заходит.